Всем приветики! Ну что, готовы? Именно сейчас я назову этого счастливчика, то есть победителя, который от меня лично получит 500 рублей. Для этого нужно было под вчерашним анекдотом оставить самый прикольный и классный комментарий. Комментарий, который больше всего понравится мне. Комментарий должен содержать не менее 5 слов. И это барабанная дробь. Дын-дын-дын-дын. Как вы думаете, кто это? Тун-ду-ду-дун. И это Карахабра. Извините, если ударение куда-то не туда поставил. Да-да, именно вы от меня получаете 500 рублей. Спасибо вам огромное за такой прикольный комментарий. Честно, вот правда, прикольно, прям в рифму, прям мне понравилось очень. Спасибо вам огромное. Поэтому не стесняйтесь, пишите мне в Инстаграм, там мы с вами все обсудим, как вам лучше перевести денежку. Ну, а всем остальным я хочу пожелать удачи, не расстраивайтесь, подписывайтесь на мой канал, чтобы в следующий раз, возможно, именно ты был следующим счастливчиком. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Разговаривают два друга, и один у другого спрашивает: «Слушай, ты чего такой хмурый?» «Да, опять с тещей побрехал». «Да как так?» «Да, взял ботинки, над ванной помыл, сижу спокойно, кофе пью, смотрю, теща в ванну идет и бормочет что-то». «Откуда в ванной песок?» «А я взял и ляпнул: с тебя сыпется».